Теннис пляжный в разгар сезона, но не в жару, а под дождем. В Самаре стартовал турнир с призовым фондом $5000. Заявлен он был как международный, но не приехал ни один иностранный участник. Все эти спортсмены оказались в это время на чемпионате мира. Зато принимают участие десятки российских теннисистов. Финальные игры пройдут в эти выходные на спортивной площадке на Красноармейском спуске. Особенность пляжного тенниса является то, что дождь не влияет на отскок мяча. Поэтому то, что он немножко намокает, он на его траекторию полета или на трение, соприкосновение с ракетой не очень сильно влияет.